Пособие для рыбаков начинающих. Как надо рыбачить камбалу? Значит, технология запатентована Натальей Ключевской. Значит, сама технология заключается в следующем. Она, в принципе, не хитрая, но достаточно эффективная. Значит, вон рыбак. В каюте спит рыбак, короче. Вот удочка. Значит, снасть лежит на дне, и где-то раз в 10-15 минут поднимаем рыбу. Значит, рыбка, значит, каким образом это все ловится? То есть рыбка насаживается на крючок и спокойно ждет Наташу, пока та проснется и поднимет снасть. В принципе, работает. Почему? Потому что вот эта вся рыба, это поймана ею. Я еще ни одну рыбу свою не поймал. Хотя бдю куда больше, чем вот вон тот вот рыбак.